Так, значит, я кладу примерно 40 грамм крема. У меня вот такой краситель Top Decor черный, гелевый, водорастворимый. Ну, он неплохой, но, конечно, бывало лучше. Чтобы сделать крем черным, конечно, понадобится довольно много красителя. Но я стараюсь предупреждать заказчиков, что цветной крем может окрасить их губы, язык, чтобы они это имели в виду. Ну, вот довольно такой насыщенный цвет. Хорошо просто примешиваем. Так, черный крем размешали. Кладем его в кондитерский мешок. Если вы переживаете насчет вкуса крема, можете немножко его попробовать, насколько он горчит, не горчит. Я один раз купила красный краситель Гузман. Ну, может быть, это был не Гузман, наверное, какая-то подделка, потому что мой бисквит красный бархат ужасно горчил. Я помыла шпатель и спатулу, протерла бумажным полотенцем, достала борт. Сейчас буду наносить черный крем тоненьким слоем. У меня уже были видео, конечно, на тему черных бэндов, но поскольку это такой новый формат видео для меня, когда я все говорю онлайн, я решила, что пусть будет еще одно видео. Как альтернатива хороший сыр Cooking, но у него немножко другая фасовка, у него фасовка 2,250, тоже очень хороший сыр, он довольно плотный, наверное, с ним немножко другие пропорции нужны. Я все-таки привыкла с этим сыром работать. Ну и все, дальше просто тихонечко, так, я не подложила тряпочку. Влажную тряпочку подкладываем, тогда у вас тортик никуда не убежит. Это правда. С этим не поспоришь, это удобно. Так, ну что. Ну и продолжаем в том же духе. Делаем тоненький слой. Заполняем все пробелы. Вот эти белые точечки от сыра, их, наверное, видно не будет, потому что торт такой вроде космос. То есть у меня будут брызги там серебристым кондурином делать их буду. И это не будет так достаться в глаза. Заполняем пробелы, где нету крема. Ну и очень важно, конечно, протереть подложку. Я бумажную салфетку смачиваю спиртом, брызгу. И вот так по краю прохожу, пока весь крем, излишки всего крема не уберутся. Можно спиртом, можно водой, можно водкой, очень удобно, лишь бы было чисто. В общем, так протираете до победного результата. И убираем торт снова в холодильник. Часа на 4 хорошо бы ему там постоять, хотя бы. Потом я сделаю надпись посередине и добавлю ягоды. Ягоды буду крепить на шоколад и побрызгаю серебристым кондурином. Все, тортик у меня практически готов. Ну и давайте взвесим тортик, сколько у нас получился. Биг Бента. Так называемый. 890 грамм, ну почти 900. Сейчас сделаем надпись. Здесь у меня тот же самый финишный крем. Начиная с середины. Думаю, уже догадываетесь, какая будет надпись. Начинаю я с середины слова, чтобы надпись действительно была по центру. Иначе ее очень трудно сделать. Потом по центру как-то отрегулировать. Потому что буквы бывают какие-то больше, какие-то меньше. Так хотя бы у вас есть какой-то контроль над ситуацией. У кого есть проектор, конечно, эту задачу сразу упрощают. У меня проектора пока нет, поэтому справляемся так.
красный крем. Я делаю двойную обводку, потому что похоже, что тортик на завтра. И черный крем на вот эти буквы из белого крема повлияет так, что буквы станут, скорее всего, такие немножко желтые. И когда надпись более белая, мне кажется, более симпатично смотрится. Поэтому я делаю двойную такую обводку. Очень красиво смотрится, когда два разных цвета. То, что тортик почти готов. Еще немножко он у меня постоит в холодильнике. Я добавлю ягоды, голубики и побрызгаю серебристым камбарином. Буду оформлять торт ягодами. У меня здесь темный шоколад в кондитерском мешке. Я его растопила. Сейчас буду укладывать ягоды. Я выдавливаю немного шоколада и устанавливаю на торт. Шоколад подбираю под цвет торта. Если это какие-то светлые оттенки, то белый шоколад. Если темный, естественно, то темный, чтобы его не было так сильно видно. Надпись я сделала практически только что. Он у меня, конечно, не так хорошо охлажден. Но мне уже надо его закончить, сфотографировать и упаковать. То есть я каждую ягодку креплю на шоколад. Ягод будет два ряда. Я только что съездила за голубикой. У нас небольшой лоточек, 125 грамм, стоит 200 рублей в перекрестке. Вообще у меня был запас голубики, но дети у меня все съели, потому что я ее оставила на столе. Пришлось ехать за новой партией. Продолжаем по кругу. Ну все, ягоды на торте. Сейчас покажу, как я кондурин наношу. Я беру стопочку, в нее брызгаю немного спирта. У меня вот такой кондурин, нужно совсем немного. Все, и можно наносить. У меня жесткая кисточка. Просто делаем это вот так. Конечно, вся кухня после этого в этом кондурине, все блестит. Но смотрится очень красиво, такой космос. Все, нужно еще чуть-чуть сверху. Все, тортик готов. Я собрала коробку для 4 капкейков. Вот такая она у меня. 16 на 16. Сейчас посмотрим, как влезет тортик. Все, идеально. Вот, ягодки почти вплотную, но тем не менее все влазит. Надо будет перевязать ленточкой. И можно тортик обрывать. Биг Бента.